Нужны какие-то вот этюды по вот, вот этой загородной жизни. Понимаешь? С цветочками, с пчелками, с народом. Ну, это он снимал. А я теперь хочу другую руку немножко, понимаешь? С членами бригады, скажем, да? А, Джаник нардо играет. Ты есть? А-а. Джаник типа работает, да? А ты что, снимаешь, Денис? Олег, похож, знаешь, не волкодава. На волка, которого как раз этот волкодав задавил. Вот это тоже шерстяной сейчас такой сзади. Ага, а как вот они делают такие? Лёхин, куда хочешь, да выкидывай половину. Что именно? На эти самые могу поставить? Да? Я тут думал, что будешь. Ну, так, курицу. Курицу давай. Курицу выкинь. Непонятно. Собака, наверное, дома что-то формы есть у них, да? Это выкидываешь, да? Давай двух барбосов лучше сними. Давай, Сладяна, подойди, обнимись. Да че, че? И вон барбос. Влад оператор будет, друзьям потом рассказывать. Я будущий оператор. Я на телевидении оператором работаю. Уйди! Маш, Житкова! Ты директор или кто? Уйди, дух. Уйди от меня. Уйди! Олег, возьми это видео, Олег! Посмотри, какая она красивая. Посмотри, какая. Это же уникальная. Ой, унички. О! Посмотри, какая красиво лежать. Беременная, ей тяжело, нет. Она все равно красивая. Ой, да, лапусечки. Да? Животеры такие. Драга такая, Марьяна.